День воинской славы России. 9 августа 1714 года. Гангутское сражение. В этот день у мыса Гангут русский флот под командованием Петра I впервые в российской истории одержал морскую победу над шведами. Петр сказал тогда: «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, обе руки имеет».